Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня долгожданное видео Леди Коллекшн и конкурс от Леди Коллекшн. Давайте первое, что я скажу, сразу для тех, кому интересен конкурс, я расскажу, что это будет за конкурс. Я разыгрываю два сертификата от Леди Коллекшн по 1000 рублей. Я отошлю это двум победителям. Как всегда, условия конкурса просты. Нужно быть моим подписчиком, потому что это конкурс для моих подписчиков. Нужно написать под видео «Участвую» и сделать репост этого видео. И, соответственно, вместе с тем, что вы напишите «Участвую», скиньте мне ссылочку, чтобы я могла проверить, что вы сделали репост. Видео поделиться очень просто. Под видео нажимаете «Поделиться» и в одной из соцсетей, преимущественно, конечно, ВКонтакте, но можно также в Одноклассниках или еще где-нибудь, поделиться. И пусть больше людей знает об этом конкурсе и участвует. Правда? Это будет очень приятно. А сейчас я вам покажу, что выбрала я в Леди Коллекшн. У них новая летняя коллекция. Это как раз-таки одни из замечательных сережки, которые сейчас на мне. Желтый для блондинок. Я считаю, что вообще это супер-мега-секси. И яркие, и вообще у меня даже все подружки хотят почему-то яркие, кислотные. Вот Лена, например, хочет яркие, кислотные цвета на лето. Я уже давно болею этими всеми цветами. Ярко-розовые, оранжевые, зеленые, кислотные, желтые. И потому я взяла себе вот такие сережки, потому что как раз-таки в этой футболке и в этих сережках я буду гонять. У меня еще есть желтый костюм, но вы его видели. В общем, на 1000 рублей вы себе сможете выбрать сами, что вы хотите. Я думаю, что это будет приятный подарок. А далее я взяла себе, смотрите, вот такой вот красивый. Опять мы пойдем по желтому, да? Вот такой красивый ободочек. Ну, как ободочек? То есть, ну вы поняли, что это? Что это такое? Венок, венок, вот. Я иногда забываю слова. И его можно носить, в принципе, как вот так вот, да? Мне кажется, очень симпатично, красиво. Также его можно сделать, как знаете, закидывают сюда волосы вот так вот. И у нас получается еще супер прическа. Вообще можно под... О, я даже знаю, под что у меня такое платье есть классное. Во. Будет вообще замечательно, отлично. Ну, примерно вот так. Ну, вы поняли меня, да? По-моему, очень красиво. Вот такую, значит, я штучку взяла. Вот она такая вот. Там еще камушки внутри. Красота! А дальше, давно я не покупала уже, смотрите, вот, такие вот такой крабик. Он весь в камушках, он такой прозрачный, там еще были розовые прозрачные, там еще были несколько прозрачных, я прям выбирала. Но мне показалось, что вот этот будет более такой под все, бежевый он вообще под все. И тоже его можно красиво заколоть на волосах. Дальше вот такие вот яркие, красивые браслетики. Вот эти браслетики, они прям в наборе, здесь двух еще нет. Их здесь было вообще сколько? Сейчас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И еще два я отослала как раз-таки победителям. Я вот решила, что в комплекте, допустим, с сертификатиком или какой-то другой подарок, который я отсылаю, я думаю, девочкам буду отсылать вот такие вот браслетики. Ну, я купила вот как бы один набор вот этот, поэтому вот первые конкурсы, которые будут участвовать, то я буду отсылать. Здесь написано там love, happy, friend, good luck. Такие приятные силиконовые яркие браслетики. И вот такие браслетики, но вот эти я оставлю себе, потому что они как раз таки яркие и очень классно вот их сюда раз, одел. Вроде маленькая такая вот вещь, да, а такая приятная. Такая раз, и дает какой-то образ, да, дает какую-то яркость. Здесь розовый, синий, как раз-таки все цвета, которые я ношу. Вот такая красота. Ну, можно, мне кажется, нет, как резиночку нельзя использовать. Дальше. Ой, как мне понравились вот эти сережки. Они такие красивые, такие яркие, они одеваются вот так вот. Ну, можно, наверное, их и передом одевать. Они очень красивые, нежные. Во-первых, я люблю сочетание золота и розовый. И я думаю, что они дополнят очень много моих всяких образов. Вот эти сережки мне тоже очень понравились. Day,
Дальше давно хотела, и в конце концов я себе его заказала. Два, вот эти вот желтенькие я уже вытащила. Знаете, очень часто бывает, одеваешь ты какие-то вещи, и даже крестинки, и всем вот советую, девчонкам, да, одеваешь какие-то вещи, и вот, например, ну, желтый такой громоздкий будет, ну, громоздкий, будут как-то нагружать весь образ, да. А вот такие наборчики, где разные цвета, и тут и розочки, и гвоздики, и просто вот, вот такие, да, это под все можно, да. Ну, если, конечно, у вас золотые есть, то вообще замечательно. Ну, например, розовые розочки, они могут очень делать милым образ, да. Вот такие приятные цвета какие-то. В общем, вот такой наборчик. Я его давно хотела себе заказать и заказала. И вот еще желтые сюда же. И как раз во влоге вы видели, я одевала под желтый костюм, потому что под желтый костюм вот это было бы очень громоздко, а вот эти были очень-очень актуальны. Дальше. О, мне понравились вот эти сережки. Дэнь. Давай, мама, да расскажет тоже, чуть-чуть осталось. Мне понравились вот эти сережки. Вообще, я люблю сережки, когда на одном ухе одно, на другом другое. Здесь короткие, здесь длинные, здесь красные, здесь синие. Но здесь очень красивые нежные цвета. И, в принципе, если мы одеваемся, да, то мы вот подбираем как-то. Они сочетаются. И мне кажется, это очень красивые. Очень красивый квадратик, треугольничек. Так все лаконично и стильно. И цвета красивые, приятные. Как раз лето, весна. Мне очень нравится. Дальше. Ой, мне вот эти сережки понравились. Вот я считаю, что коричневые с золотом тоже очень замечательно смотрится. И у меня полно вещей, которые можно найти с этими сережками. И вообще для блондинок золото замечательно. И еще вот с коричневым. В общем, красиво. Сейчас одену, посмотрите. Это очень красиво. Также я не забыла про свою племянницу. Я ей долго выбирала что-нибудь, но у нее есть рюкзачок, который папа ей из Сочи привез. Но знаете, рюкзачок он сзади. Если она напихает туда игрушек, конечно же, ей будет, наверное, уже спинку жарить. Тем более у нас жара такая безумная. Я ей взяла вот такую плетеную корзиночку. Как раз-таки, когда мы будем ходить в бассейн или загорать, она легенькая. Пусть выбирает, пусть у ребенка, у девочки тем более, будет выбор, да? Здесь такой цветочек милый, розовый нежный цвет. Она может носить это вот так вот. Да? И раз и пошла колбаса. И здесь очень много можно всего положить. В общем, для деток там тоже есть прикольные вещички. Сына, но в Lady Collection для тебя, извини, ничего не было. Также я взяла своей племяшечке вот такую куколку брелок. Чем мне понравилось, тем, что это полноценная кукла, ей можно играть. Но при этом она может ее также повесить на свой также повесить на свой рюкзачок, да? Ну, вот это, наверное, более мягкое для нее, но в любом случае куда-то подвесить и красиво. Ну, а может быть, если перестанет дитё играть, мама заберет себе и повесит на ключи. Девочка очень красивая, смотрите, какая. Вообще куколка. С кудрями такими, с таким красивым розовым платьем, такие вот у нее ножки, туфельки. Та-ля-ля. Вот, ручки у нее тут вот. Сгинается, что ли? Ну, оно так сгинается и разгинается. Ну, в общем, да. Смотрите, раз, идет. Оп, да. Очень классная кукла. Классная. И волосы ей можно даже распустить, по-моему. У нее резиночки одеты. В общем, это мои Настюлечки. Ну что? В общем-то и все. Все закончились мои покупки, да. Все практически это летняя коллекция была, все новое. Итак, мои победители, участвуйте, я вас очень люблю. Я хочу, чтобы такие яркие, красивые сертификаты достались двум победительницам. А, да, конечно же, кто участвовать там может. Девчонки, участвовать могут все. У кого есть Lady Collection, потому что с этим сертификатом вот в любой магазин Lady Collection вы можете прийти, и это используется как 1000 рублей. То есть вы можете доплатить, если...
допустим, не хватит вам, да, можете на всю сумму набрать. Но есть для Lady Collection. Я думаю, нет смысла участвовать тем, у кого нет Lady Collection. Ну или участвуйте, чтобы подарить кому-то из своих друзей, у кого есть Lady Collection рядом. В общем, или, может быть, вы собираетесь в тот город путешествовать, где есть Lady Collection. В общем, узнайте, посмотрите на сайте и участвуйте. А я с вами прощаюсь, я вас люблю, всем желаю удачи и пока-пока, увидимся в следующем видео.